Так, еще вроде раз пошла. Да, сейчас. пробел. А, не, подожди, какой синглплеер? Зачем мне синглплеер? А мультиплеер? Так, join private game, view. Скажите код. Игорь, ты создал? Нет еще? Не-не-не, я сейчас пока еще А. не зашел даже. Ок, тогда ждем. А нас всего А. трое, может Юру позвать, у него тоже фазмофобия есть. Ну, если хочет, пусть заходит, не вопрос. Ну, в смысле, я не знал об этом. Как бы. Не, я просто знаю, что у него игра есть, я в А. стиме у него видел. А, я так и не научился смотреть чужие стимы. Окей. А нет, ты когда свою игру смотришь, ну, там А, там есть написано, у своя кого игра, из друзей, я смотришь, понял. а кого из А, там зрителей написано, у моей кого игры из друзей, я смотришь, понял. А, там написано, у моей кого игры из друзей, я смотришь, понял. кого из А, там зрителей написано, у моей кого игры из друзей, я смотришь, понял. кого из А, там зрителей написано, у моей кого игры из друзей, я смотришь. понял. Ой, эхо пошло. Так, все, стрим, значит, идет. Да, можешь позвать. Ну, это не вопрос. Ну, я написал на всякий Да, случай. ссылку, если что, кинь. Так, ладно. Ну, видимо, стрим идет. Тогда ждем код. Что еще интересно в параметрах? Ну, здесь, по-моему, знаешь, в игре текст и речь надо выбрать язык. И система распознавания речи у меня стоит текст. Это чтобы в рациях и во всех вот этих штуках ты мог просто выбирать, ну, из меню текста и самому не говорить в рацию. О, сейчас подожди, Ну, надо глянуть да, на эту чтобы штуку. чуть-чуть меньше заморачиваться с этой механикой. Это в игре, да, в самой? Да, это настройки, игра и текст речь выбрать. Но это чтобы тебя игра распознавала с определенной речью, ну, чтобы не на английском болтать, например. Текст русский, речь Ну, там, когда русский. имя призрака вот называешь, вот эти все Угу, механики. система И, да, распознавания система текст. распознавания текст. Кроссплей, ну, можно включить. Я сейчас не знаю, на каких платформах она еще есть. Ну, на Xbox, наверное. Ну, в Game Pass я не встречал, ну, в смысле, в магазине Xbox. Как бы. Градус А, ну, может, с Цельсия. этим, со свечом, типа, ну, с джойстиком. Ну, А, поле зрения ну можно поднять, я чуть увеличил. Я обычно фов в играх побольше делаю. да. 140. Не, ну 140 нет. Ну, кстати, вот. Я просто обычно в Quake 3 в Unreal играл по 140. Хочу Там видеть, что у тебя за плечом происходит. понятно, да, но тут тоже, знаешь, рыбий глаз. Ну, во-первых, оно жрет ресурсы, видюхи там, вот игра и так специфична в этом плане. А, плюс оно немножко, ну как, круглый фоф, он отдаляет все, не совсем реалистично становятся какие-то вещи. А, кстати, я сегодня упоминал это Stellar Blade, по поводу нее там такой срачело несется. Все опять критикуют анимацию жопы. Ты не видел? Нет, нет, я что-то упустил. Ну, там, короче, скины у этой бабы примерно такие же, как в Мир Автомате, только без юбки. А, я понял, о чем ты. Я зашел. 516, 512. Пятьсот шестнадцать, пятьсот двенадцать. Присоединяюсь. А вот, кстати, карты Таро. Ой, Они все разложены здесь. Так, можно посмотреть, да? Да. Ой, я надо этот вырубить теперь ваш микрофон. Так. А, ну ты же здесь типа и скелет этот собрал, и карты. Ну да, я понял. И доска, и А, нет, кукла, и скелет свет. не весь собран. Вчера у кого-то весь был собран. И все кости были. Ну, подожди, а что здесь? Скелете не хватает, здесь даже места, по-моему, нет. Вот слева. Или... А, не, у него тут есть, короче, еще ребра, туловище, руки. А я вижу все, возможно, у Каждого тебя свои, свой наверное. шкаф, да. Потому что у меня весь А. скелет собран, да. Mm-hmm. Да, тут, наверное, это. Сергей Лол. Мистер Форсер,
Добрый вечер, опять вы по-пусевски играете через Дискорд. О, да. Серега, привет, нам пишет, что мы это через Дискорд играем читерски. Надо... Так, о чем, чуть? А, ты присоединился, а микрофон не замьютил. Да-да-да, замьют ты же, да, включил не пуш-то только, а... Все. Всегда разговор, да. Ну, пока Юры нет, можем сыграть одну катку так, ну или там, Коля не пришел. Кто заскочит? Ну, поехали. Да. Надо закупить тогда направленный микрофон. Стативы нужны и датчики звука? Ну, я в машины не очень умею пользоваться. Ну, то есть... Я могу свои поставить, но я не люблю в машине сидеть. То есть... Не моя механика. Без штативов тогда. Ну, да. Камеры просто расставим. На полу поставим. Ну, там есть диван или шкаф, но... Не обязательно на полу всегда. Давай опять эту карту, где негде ныкаться. Вчерашняя с домом. Сейчас звук в телефоне выключу. Давайте какую-то другую. Ну, я просто других ничего не видел. Ну, тут есть школа, тюрьма и психбольница, но они огромные, и там мы просто первые полчаса будем просто ходить по темноте и искать, где призрак. Психбольница звучит интересно. Ну, мы, кстати, в ней не были ни разу. Ну, давай какой-нибудь нет. Дом в лесу, например, или что-нибудь такое. Что-то другое, где мы не играли. А потом уже большую попробуем. А мы в Outlast не будем играть? А, во что? В Outlast? Outlast. Ну, та, которая коопная, новая. Ну, можно взять сейчас. Давай тут немножко погоняем, в остальном. Там вроде весь, она как раз в этих весенних скидках. Кстати, не видел. Надо посмотреть. А, Стас, нажимай готовность. А, тебя ждем. Ага. У нас... Ехали. У нас этот, деревенский дом. Ну, это прям как в зловещих мертвецах. Тип того. Так, я со стандартным набором. Сергей Лов. Мы еще его называем бревно. Так, здесь же щиток где-то есть, да? По-моему, даже мы находили. Да, только я не помню где. На кухне, по-моему, был. Вот здесь налево сейчас. А, вот ты сюда пришел. Бля, или это другой дом. Деревенский. Блин, не видно, нет. Да, Стас, бери фонарик, это фишка. Я взял тот, который на лоб, и что-то в нем нифига не вижу. Есть момент. Лучше бери обычный, на лоб это так, ну, типа, таскать можно. Так, я... Лучше иметь альтернативный сейчас, блядь, я не помню. Это другой дом, правда. О, я вижу, как подходит с фонариком. Да, мы щиток ищем, чтобы свет включить. Опа, блин, вот здесь что? Пятерка. Пятерка показывает в этой комнате. А тут и дыхание. Кстати. И дыхание холодное. Ну, если я не путаю ничего, то по идее пятерка ЕМП. Верхний, ну, из трех вот этих экранчиков. А, и полосочки. Да, верхние. Ну, тут три полосочки, я не знаю, типа с разной частотой. Я брошу сейчас на пол. Ну, короче, Стас, мы нашли, вот сюда можно все таскать. Да я вот, блин, где-то заблудился. Ну... Не, нам щиток найти надо, сейчас подожди, потому что без света все равно. И кость, череп в соседнем помещении, ванна, если что, фоткай. Иди. Сейчас Стаса найдем. Я не могу двери найти. Подожди, сейчас. А, о, вижу, свет горит. Вот, иди на свет, сейчас щиток найдем, станет чуть проще, дом изучим. Блин, какой дом конченый. Это не тот, в котором мы до этого играли на дейлике. Но этот поменьше. Ну да, но он в ширину побольше. Как... А, вот я понял. Сергей Лол, конченое бревно. Конченое бревно, Серега пишет. Так, а аппараты все забрали, да? Не факт. Фотки там, их пока нечего фоткать. Ну... Так череп же. Не, череп он сфоткал, соль надо насыпать, угу. Чтобы он наступил. А, тут еще и второй этаж, блядь, есть. Так, ладно. Возьму все-таки тогда соль. Я более-менее понял. Сразу насыплю.
Возьму соль, а возьму одну камеру еще. Ой, я нашел на чердаке. На чердаке щиток? Да. Надо запомнить. Тут и шкафы есть, если что. Включил? А, щиток. Да. Все, Стас, можешь свет там включить. Должен в коридоре свет включиться. Угу. Да, кое-где включился. Вот. Стас, нам, по-моему. Сейчас. Не, блядь, тихо, это выход на улицу. Это на нам, улице. Нам вот сюда, левее, где-то проход. Вот, вот сюда. Сергей Лол, если вдруг будет слотный след карту, возьмете? Нет, 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 я на кухню. Так. Ну, да, вот, вот здесь. Серег, у нас есть слот. Сейчас. Тут, вот мужик нарисованный по картинке. Сейчас, подожди, я уже забыл, где. Вот здесь и давай относительно камина. А вот эта комната. А, да, вот. Там Гитлер, по-моему, на стене висит. Ладно. Короче. А вот сюда и вот сюда. Все. Температура, кстати, возможно, будет отрицательной. Насыпал одну соль. А тетрадку не кидали еще? Сейчас вон, вон лежит, лежит, лежит одна. Тут хватит. Комната маленькая, две не нужно. Лучше камеры неси. И еще соль, чтобы фоток сделать побольше. Сейчас. И рация нужна, в принципе. Можно взять одну соль, одну рацию послушать. Угу. Вот. Сейчас тетрадка есть, градусник есть, ЕМП есть. Вот ЕМП надо померить. Было ли 5? Ну, я новый ЕМП и не очень просто умею пользоваться. Блин. Так, да где же машина? Да. Я вышел на какой-то огород с тыквами, это вообще, по-моему, в ту сторону. Да-да-да, тут. А, вон, иди сюда, вот из дома. А, все, я вижу машину, вон, ее видно через двери. На скате рассудок просаживаю, 70. Ах, потому есть, что дом, ну, такой. Но он не пугал, но мы долго щиток искали, призрак не пугал ни разу, вообще взаимодействия не было. Не, а это по темноте, когда ходишь. Ну да, 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 мы долго щиток искали, я тогда... Так, соль я взял, рацию взять, да? Бери рацию ультрафиолет, фотик, наверное, оставь, Игорь сфоткает, ну хер с ним. Рацию ультрафиолет возьми. У меня фонарь выкинуть, что ли? Нет, 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 у тебя же три предмета, фонарь, рация, у меня, ультрафиолет. У меня соль, рация и фонарь. Тогда... Ну, что-то одно выкини мне. Давай ультрафиолет я возьму. Крест хорошо кладу, да. А, да, и крест второй возьму на всякий случай. А то что-то мы расслабили булки. Так. Отсюда до камина и направо. Вот-вот-вот комната с Гитлером за камином, по-моему, нет? Да, вот она. Кстати, предположительно, это мираж. Почему? Он в соль не наступил ни разу. До сих пор, да. Может, он не делал ничего? Нет, где-нибудь вот здесь. А что у нас? У нас ЕМП? ЕМП пока под вопросом. Слушай, я не очень умею им пользоваться, новым вот этим ЕМП. Кстати, температура вот здесь не повышается, в этой большой комнате. То есть, хочешь сказать, он может быть здесь? Да, поэтому второй крест где-нибудь вот здесь положите. Положил. Почти на всю комнату. Посередине, рядом с градусником. А как вопросы выбирать? Ну, вот кекс. О, МП5, кстати. МП5 все-таки, значит, я не лошара. МП5. Вопросы. Рацию включаешь, и у тебя три вопроса. Ты. Да, выбирать их как. А, мышкой. Мышкой там, ты сколько лет. Только и... надо быть одному в помещении. И в темноте. Да, сейчас я тебе свет выключу, да. Вон мы ушли, если что, разговаривай, давай. Да. О. Сработал. Отмечаем. Все, два доказательства есть. У нас дух, мираж, близнецы. Это у нас да, и ЕМП-5. Скорее всего, мираж, как Игорь сказал, он в соль не наступил. Мираж единственный, да, призрак, кто не наступает в соль. Так, а нам тогда фотку-то сделать надо, это свечку надо притащить. Зачем? Ну, давай, чтобы он затушил? Ну да, взаимодействие. А то раньше-то я соль фоткал. Ну, я пока это... Постою здесь сейчас, тогда ссылку на Дискорд брошу Сереге в личку и Телеграм. Заданием что? А, направленный микрофон еще нужен. Я возьму микрофон. О, с ним геморно, кстати, слушать очень. Так, сейчас, 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 ссылку на Дискорд, как ее копировать?
что какие-то эти прям персонажи, ботаны, 2 метра пробежал, уже дыхается. Ну, есть такое. Но это все в настройках выставляется, да. Вот, MP5, смотри. Вот. Ну, верхние. Да, я понимаю. А зачем 2 нижних полоски? Они что показывают? Они же тоже иногда срабатывают. Несколько взаимодействий и типа направление показывает. То есть ориентироваться нужно по этим. То есть если какая-то из них пятерка, то вот все. То в целом пятерка, я понял. Окей. Да. Пугает. Пугает. Оп! Блять, я очканул, прям на меня вышел. Надо это... Свечки потухли. Ну, кстати... Фоткал. Да, надо еще раз. Сколько фоток осталось? Мы сфоткали эти предметы? Череп, там, кости? Кости, да, проклятый предмет, нет, я не знаю, где они тут находятся. Бля, ну то есть заебешься здесь карты искать, например, на каком-нибудь столе, на... Или... А их прям сфоткать надо? Да, их надо найти и сфоткать. Доска Уиджи, карты, зеркало... Не, ну это не обязательно, главное сделать просто 10 фоток. Любых. Ну за них больше всего денег дают, я понял. Что-то. Ну я так пошарюсь, пока все равно мы вроде миража определили. Может найду что-то, да и в целом дом подизучить. Но дом капец, просто капец. Вон банки из-под пивасика стоят. На каждом столе. Блять, реднеки жили. И вызвали по пьяни какого-нибудь мудилу. Трубка телефона снята. Ну да, это надо. Охереть, сколько вообще комнат. И кучу мелких предметов, которые, ну, как бы отвлекают от поиска. А тут кругом, судя по всему, трубки сняты на телефонах. Ты второй этаж обошел в каждой комнате. А чё на телефон? А, трубки все типа сняты? Трубки сняты, да. Ну, демонического круга нет нигде. Кстати, он, по-моему, был на этой карте как-то, ну, похоже, точнее. Топор лежит, блядь, на столе среди бутылок пива, ну точно. Зеркало разбитое. А, все, я, видимо, к выходу пришел. Вот он ты, да. Ну... А, шкатулка! Я нашел шкатулку на входе около газового баллона. Иди сфоткай. Не трогай сразу ее пока. Она начинает проклятую охоту, если ее запустить. Mm. Вот, последний предмет, я вспомнил. Доска, карты, зеркало и шкатулка. По-моему, всех назвал. Так, видюха пока 67 градусов. Ладно, более-менее. Так, а фотик есть у кого-нибудь? Ну, можешь взять в машине, валялся. Ну, Игорь сейчас придет, я думаю, мы уезжаем. Не, а я фотки тут делаю уже. Сейчас тут свечки осталось сколько? 2 еще. А, ну смотри. Сейчас машину за фотиком схожу. Смотри, если там валяется с фоткой, да. Ну, по идее, мираж мы обводим только потому, что он в соль не наступил, и все, да? Ну, можно попробовать еще притащить соль и по всей комнате рассыпать, но, скорее всего, нет. Ну, давай, я все равно пустой хожу. Точнее, с ультрафиолетом, который уже точно не нужен. У нас квесты еще, направленный микрофон, звонять его, по-моему, надо. Сбежать от него надо. Сбежать, нет. Только. Давай так, у нас выполнен «Засеките звуки» с микрофоном, наверное, Стас засек. Стать свидетелем паранормального, да. Сбежать от призрака, пока он находится. Кому-то надо остаться. С микрофоном я слушал. Да, Стас услышал его. Ну, давай я принесу. Так, сейчас, подожди, я ультрафиолет нахер выкину. А, возьму. Ладно. Слова там, конечно, нет. А, фотки, все. Блин, шкатулка засралась. Да, почему? Я сфоткал шкатулку. Вторая фотка лишняя была, она не зашла. Блин, я случайно зажал кнопку. Сейчас. Ладно. Там, типа, да, надо на 3 звезды все красиво делать. Сейчас я насыплю соль и пойду возьму спички, чтобы завонять его. Тут же кресты у нас, в принципе, удачно разложены. Ну, ЕМП опять пикает, он здесь ходит. Смех раздается, охренеть.
А что в бутылочках? Это успокоительное, чтобы эту стамину эту поднять, как оно там, рассудок. Призрак начинает охоту только когда рассудок ниже там 50, ну то есть, ну не все, но большинство. Нет, да, но оно, по-моему, выключено в этом режиме, чтобы опыта и денег было больше. Оно не дает ничего сейчас. Соответственно, благовоние, это веник у тебя белый за спиной вместе с сжигалкой взятой, он, когда сжигаешь и бросаешь предмет в призрака, если он идет на тебя, он его станет на 3 секунды, ты можешь в этот момент убежать. Ну, иногда он по квесту просто надо сжечь благовоние вместе с смертью призрака и так далее. Это такая, знаешь, обилка, которая тебя сейвит, грубо говоря. Блять, случайно сжег благовоние, сука. Его можно еще поджечь просто так, рядом с призраком, он тогда охоту не начнет в течение какого-то времени. Ну, по-моему, не все призраки. Не-не, он блочит всех просто на разное время. Обычно это, по-моему, 60 секунд, если дух, то это 3 минуты. Понятно. Ну, кстати, у нас дух здесь есть в выборе. Ну, вот смотри, вот, Соли... кстати, если дверь вот он сейчас потрогал, вот ее можно сфоткать, и тогда тоже засчитается как взаимодействие. Но нужно именно сразу, там, в течение секунд 10 это сделать. Ну, понятно. Ну, короче... Ну, нет, у нас фотки уже все. Ну, я выхожу, в общем, да. Тогда обвел миража, я благовоние свое спалил. Шкатулку сфоткал, не будешь проклятой охоты начинать, его же надо переждать. А, ну, можно, да, кстати, вызвать. Так. Ну, бери шкатулку, Стас, пошли на второй этаж, охоту переждевем и пойдем уже. Ну, чтобы квест засчитали. А, да, сейчас я только найду. Делюсь. А у кого слоты есть свободные, можете поюзать, у меня просто... У меня есть. Ну, бери, попробуй механику. Я, кстати, шкатулку сам не юзал ни разу, но только не сразу. В шкаф давай сядем. А, где здесь шкаф, ты говорил, Игорь? А, какая комната? Блядь, свет погас. Как вырубил, да? А вон как раз там щиток наверху. А, да, блядь, тут обосранная ванна и стрёмный. Охота. Нет? Звук пошел. Это шкатулка. Стас, бежим, Стас, бежим. Стас, Стас, ты зачем? Мы же в шкаф не сели. Вот здесь шкаф, Стас, иди сюда. Я единственное, хотел еще крест под жопу, потому что вдруг он протанется, это же мираж. Стас. Так а шкаф где? Вот, 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 садись в шкаф быстрее, быстрее, Стас. То есть в шкафу. Выключи свет. Молчим. Я что-то руку вижу. Все? Игорь, все? Не знаю, но у кого-то свет был включен. И сейчас включен. Да, все, все, можно бежать. Все. Ой, только, блин, квеста не сделали. А, нет. Сделали, все. Он меня увидел, походу, в последний момент. Ага. Давай, все, Стас, бросай нахер шкатулку, спускаемся и уходим отсюда. Сейчас я только найду, где выход. Вот здесь. Квест же не охоту пережить, а именно сбежать от него. А, я понял, чтобы он тебя увидел, и ты спрятался. Да, я понял. Все, выходи. Так, миража обведи тогда, не забудь. И, в принципе, уезжаем. Я шкатулочку с собой прихватил. Ну, за нее не заплатят, но окей. Все, миража обвел. Так, Серега, ты там заходишь, нет? Да я оттуда жду, да, здравствуй. А, господи, ты уже здесь слушаешь. Тогда давай четвертый. Мираж, угадали. Сейчас, секунду, я тебя чуть-чуть в дискорде притушу. Ты слишком с качественным микрофоном сидишь. Все, настроил. Ну чё, фулл пати? Так, код 516-512. Сейчас я дойду. Сейчас. Серёг, ты в VR зашёл? Микрофон активирован. Да не, я обычно. Только у меня микрофон активирован. Активирован в игре. Мы тебя замьютим, ну в смысле, у нас тоже активировано, но... Мы...
разговариваем тут. Капельку аутентичности сохранили. Ну да, чтобы призрак слышал. Чё, идем в тюрьму или школу? Ну, если хотите походить. Психушку, может быть. Можно. Психушку мы ни разу не были, кстати, вообще. Ну, то есть, в принципе, там даже непонятно, где щиток. Можете у кого хвост убрать эти крепления на голову? На свои поставлю. Ну, давай. Мы их, правда, не очень таскаем, но окей. Сейчас Игорь вернется и заменит. У тебя ж 90-й левел, да, максимальный? Да. Ну, в смысле, все открыты. Так, я вернулся. Че, на какую карту идем? Ну, я не знаю, без разницы. Можно маленький дом, где шкафов нет. Крепление на голову уберите, пожалуйста. Игорь, убери крепление. Серега поставит свои, у него 90-й левел. Я так и не уничтожил создать. Я одно только оставлю. Почему? Потому что все... мне ПНВ не нравится, мне с фонариком удобнее. Ой. Я фонарик можно не юзать. Нет. Как хотите. Так, все, готовность жмем. А, да. Стас, давай. Жму. Как жму. Это? Хватит ругаться с белыми ходить. Жми готовность. Как долго контент продолжается. Я EMF возьму и фотик. Давай, я стандартно тетрадку и EMP. Ну это маленький дом, я думаю, вчетвером быстро найдем сейчас, ну, температуру. Да, сейчас. О, кость на входе сразу, да. Жопная. Кайфово. Щиток здесь, помнишь? Есть где? Электричество. Включено. Он что-то бросил, МФ-3. А, вот здесь где-то. Вот да, да. Трех. Вот, вот здесь опа. Сработало. Есть взаимодействие, сфоткал уже. Он либо в этой комнате, либо в туалете. Слушай, вообще. МФ5. Да, пятерка вторая. Вот здесь. В этой комнате. Да, в ванну заходишь, пропадает. Слушай, показывает вот сюда куда-то. Опа. Там нужно. Опа, пугает. Пугает. Вот здесь он был. В зале, ну, между комнатами. Вот здесь четверка показывает. Ну, скорее всего, значит, в коридоре. Вот здесь, да, в коридоре, мне кажется, где вход в подвал. Все, погасло. Температура плюсовая. Ну вот здесь, Стас, мери, вот где я стою. Плюсовая, 6 градусов. Ну. Это я вообще поставил. Серега, пятерка была, да? Мне не показалось же. Да, была. Угу. Тогда я несу соль, две банки. А, тетрадку кладу и несу соль. Да я положу тетрадку, я есть. Ну, давай две положим. Тем более коридор большой, ну то есть мы не знаем точно, какая часть коридора. О, дверь закрылась сама по себе. Ну, либо фоткой, либо ультрафиолетом свети. Да нет, фотика. Надо пойти взять. Вот всё. Это вот. Уже поздно, наверное. Ну, скорее всего, но... Но он активный, он и напугал сразу. И двери начал трогать, как только мы подошли к ванной. Ну, нахерачивать. Я вырублю пока тут свет. Что можно? Здравствуй, ты здесь? Нет? Раз. Наступил тут же в соль, только я кинул. Тут фотик валяется, я сфоткал. Как это? Как минимум не мираж. Здрасте. О, где-то пощупает. Так. Ты здесь? Сколько тебе лет? Оло. Ой, сейчас. Сейчас фоткаю.
Давай. Еще фотка. Где ты? Я бегу за тобой. А кто со мной? Я ухожу, все. Да, просто... все, давай. Как здравствуйте, это? Вы где? Здравствуйте. Слишком впечатлил меня своим общением с призраком. Ну, блокнота нет, судя по всему. Надо ультрафиолет чекать. Призрачный огонек, кстати. И проектор. Проектора вообще же нет, там никто не принес. Сейчас притащу. О, базарит, да? Кадек, где он это или нет? Я пытаюсь, что-то он это... Серег, не нет? Здесь? Не ответил? Не ответит. Не ответил, блин. А лазерный проектор перетаскали, что ли, или... Там карту Таро я сфоткал. Да, у меня, я на стенку вешаю. Давай. Ты карты Таро нашел, Игорь? Осталось две фотки, на самом деле. Надо еще призрака сфоткать по-хорошему. А что сейчас по заданию? Его зовут Карлос Холл, мексиканец. Сбежать, а призрака пока он охотится. Ну, то есть охоту точно начинать. И сфоткать призрака. Ну, охуенно. Кайфово. Ну, надо фотки тогда наделать. Сейчас две осталось, чтобы потом уже можно... Одну оставьте на призрака, одну на призрака оставьте. Не, зачем? На для идеальной игры. Да, я типа всегда делал 10 обычных, и чтобы его же засрать, можно его сложно сфоткать, он мерцает. Если во время охоты. Ну, так может, не во время охоты. Ну, гост-эвент был, но не часто, если честно. Ну да, не такие. Смотри, что за призрак. Что у нас есть? МФ5? Вообще, он предметы кидает и датчики прокают. Температурка там есть какая-нибудь? Нет. Да, кстати, минус. Минусовая? Так, ну, все у нас, значит, все. Две улики у нас, трех нет улик. Джин, тень, они, близнецы. Нету призрачного огонька, точно. Ну, это значит, кого они вычеркиваем или кого? Или... Нет. Ну, может, просто призрачный огонек зачеркнуть, он просто не может быть. А, я понял про что-то. А радиоприемника тоже нет, да? Ну, пока не ответил. Ну... Там валяется где-то радийка. А он все, не ответит, у нас две улики. Он, да, у нас настройка значит, такая. Джин, тень, они. А, вы две улики, типа, на кастом сложности, да? Да. Ну, близнецы, и почему, Стас, ты близнецов исключил? А я ж вычеркнул призрачный огонек для приемника, при этом отметил МП5 и минусовую температуру. А, ты приемник тоже вычеркнул, я понял. Ну... Ну, если вы в сложности поставили две улики, то... Нет, это еще не означает, тут, да, Стас, радиоприемник может быть, он просто не сработает. То есть мы вычеркиваем улики, которые точно любого призрака убирают. Ну, который там призрачный огонек, он просто, ну, как бы... Он просто не может быть... Ни горячо, ни холодно, да. То есть если его поставить, он просто сломает тетрадку, грубо говоря. Да. Ну, по крайней мере, по чарту это не похоже на близнецов. Ага. Потому что комната всегда одна. Ну. Нет, ну, близнецы, когда действуют, у них, если посмотреть на чарт активности, у них, знаешь, такими очень короткими ступеньками. Пугает пиздец. Тогда просто. Близнецы. Я понял. Но такого нет. Ну, а Джин Тень Они, чё? Смотрите, Они единственный из призраков не дает вот эти, знаете, эффекты, когда... Нет. Нет. Он же эффекты, кстати. Знаете, когда на вас облачко летит, и так в уши. Вот Они этого не делает. Если такое было, значит, это не Они. Ну, кстати, да, такое было. Он заебал меня своим. Значит, губами. Это не Они уже, отлично. Тень или Джин? Джин у нас со светом что-то делает обычно. Джин, по-моему... Ну, во-первых, он взорвал нахер все лампочки здесь. И, по-моему, он от электричества быстро бегает, разве нет? Что-то такое этот, там. Райдзю. Это электричество Райдзю. А Джин, блядь, какой он тут по счету-то? Он, по-моему, если не ошибаюсь, никогда не выключает электричество, а только включает или наоборот. В отсутствии электричества Джин не может использовать свои умения. Это что значит? Ну, типа, ну хорошо, нет электричества, блядь, и чё?
Ну, он нахерачивал сейчас своими пугалками, когда тут горел свет, блядь, и все заставлено камерами. Но мне кажется, это джин. Да, вполне возможно, что это джин, да. Что тень обычно сидит как тварь. Ну, она типа тихая, да, я понял, о чем. Этот типа затрахал гост-эвентами. Еще и всю Солер стоптал вон. Ну, можно джина обвести, но в любом случае для квеста пережить охоту надо, а здесь нет шкафов. Это же конченый дом. Нет, смотри, нормально. О, он вырубил вообще. Смотрите, и гараж. Обратите внимание на гараж. Ну, гараж там, это, вот, слева, в вот уголке, блядь, зашкерится. Коробочки, вот здесь коробочки. Да. Вот коробочки. И вот здесь. Я обычно вот здесь сижу. В этой. За стеллажом. Вот, Стас, налево, налево за стеллаж. Вот сюда, да. Там, ну, типа шкаф, да. Тут. Меня, по крайней мере, тут ни разу не убили. Если что. Имею в виду. Просто больше некуда бежать. Ну, либо мансить на кухне вокруг... Тала, но это такое, знаешь. Рисковое мероприятие. Ну, как минимум, вонялка в руках нужна, которую я, кстати, так и не взял. Да, у нас тут вход, ну, в гараже есть пряталки. По-моему, в какую-то из комнат может быть тоже. Не-не-не, шкафов тут вам вообще нет. А, да, не шкафы, тут коробки. Mm. В комнате направо крест есть сгорел. Коробка. Серег, крест сгорел. Шикарно. Все фотки есть. Можно свободно теперь фоткать его. Ну, хорошо. Вас двое с фотиками, Игорь? Серега и ты, вроде. А вон, а вот валяется один здесь, вот здесь. А. Фоткается. Я вот. Просто у меня фотки есть. Плохо получается фоткать эту хуйню мерцающую. Я обычно убегаю. Ну. Так, ну там есть еще один крест. Второй. Ну, все. Ну, все, этот полностью сгорел. У нас еще где-то один крест валялся, но он, видимо, не в радиусе. Вот здесь я сейчас могу принести. Давай сюда, видимо. Ну, раз тут крест горит. Ну, с другой стороны, а нахер нам сжигать кресты? Нам как бы охоту надо нормально начать. Уже охота, да. Ну, то есть, вроде смысла нет. Ну, я заберу. Я забрал крест теперь. Ну, все. Готовимся. Готовимся, сейчас уже бежать придется. Надеюсь, он на мне заспавнится. Он ходит рядом с мной здесь. Да. Куда он сейчас попанет? А, ну, нам только в гараж сейчас налево, куда еще бежать? Вход закроется, куда ты побежишь. Там зал, блин, с диваном сраным. Там места мало. Вокруг него, кстати, тоже можно бегать. Там, блядь. Опа, дверь закрылась. Пугает. Сфоткал? Да, пугает. Да, сфоткал. Чё? Надо квест посмотреть, могло засчитать, могло сделано, нет. Сделано. Засчитано. Картину уронил. А он красавчик. Ну что, валим, мы сделали, все. А, мы охоту не пережили, Стас, еще квест. На. Хант. Блядь, заебал дышать он этим своим. А, это не хант был такой, фига. Нет. Ну а что-то у вас там, да. У него такой серп прикольный. Вообще красавчик. Ага. Да, скинчик интересный, кстати, прям. Ебо. В Night Vision похожу, может быть, загорится. Как это? Хотел оказаться в ее логове. Охота, да? Хант. На меня. Вижу, тень ходит, обалдеть. Сюда не идет. Что-то, ой, очень замедлился. Он очень медленный, да. Серег, ты в комнату? А, ты молчишь, наверное, я понял. Все. Все, он бросает предметы. Ты живой? Все, он закончил. Нам засчитал. Да, Стас, выходи, пошли на выход. Так, ну так в итоге мы, кстати, так и не договорились. Джин или тень? Ну, джин или тень, но подождите, но он вам дышал же? Да, он дышал. Ну, да. И он достаточно много бросал всего. Взрывал лампочки, картину уронил. То есть тень, по-моему, не херачит так помещение. Ну, все на 3 звезды, вроде все. Джин обвел. Поехали, посмотрим. Ну да. Я карты с собой украл. Поиграть. Да. Пока едем. О, блин. А, видишь, блин. Это Вони. Охуенно. Красавчики. А у нас, по-моему, даже варианта на него не было. Было. Там по-моему. Этот... Ладно.
Посмотрите. У вас был Джин, Тень, еще Джин, что-то. Тень и Онни, да. Смотрите, там есть, как это сказать, ивент, когда он просто сам не появляется, просто его дыхание так, типа, в ухо. Ну да. До этого можно заметить, как оно летит шариком, таким, как дыхание морозного. Нихера ты. Они этого не делают. Да-да-да. Ну, были близки. Да, есть способы попроще. Это как призрачный огонек, блядь, через камеру какого-то там этого миража или кого там найти. Там определенный чувак может, по-моему, только лазерный проектор через камеру заметить можно. Так его не увидеть. Да. Горю, да. Давай, выбирай карту. Ну, похер, чё. Все равно. Мне вот этот больше всего нравится. Эдшфилд, да, норм. Погнали. Это с этим. Узкий коридор. Да-да-да. Mm-hmm. Второй этаж, где... Подвал. Есть дальняя-дальняя комната вот эта вот. Налево, которая, да, по-моему? Да. Так, у нас тетрадки разные даже есть. Ну, я и стандартный EMP тетрадку. Я тогда в пизду сразу на второй иду. С EMP-хой. Ты определись, на второй или... Да-да-да. А на втором шкафы есть, если что, в комнате с гитарой. Шкатулка есть, фоткал. Да, в детской нет лапки, ну, видимо, есть шкатулка. В туалете нет ничего, даже говна, как Дюк Нюкем. Дюк Нюкем его может туда положить. Ну да, возможно. Есть электричество. О, вот, 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 пар, смотрите. Нашел? Ну, нет, в смысле, смотрите, где. Опиши. Блин, возле меня в коридоре. Вот здесь, прям вот на входе на кухне. О, да-да-да, в коридоре, походу, он коридорный. Я в коридоре, на кухне повышается. В коридоре, бегу к вам. Мой любимый. Когда хер просышь, где, типа? Он везде? Он везде просто. Это тот, которого мы тут возле пианино детектили. Ну тогда у пианино это комната, а это коридор, Стас. Здесь резко падает, вот здесь в этом квадратике. Вот в этой детский велосипед где, да? Ну, взаимодействия нет. Я тут котик кину. Я тогда тетрадку положу, пускай вдруг порисует. А, ЕМПХ, двойка. Назад, назад, назад. Потрогал что-то. Бля, где... не пойму, где потрогал. В кухне что-то потрогал. Во-первых, свет в коридоре надо включить, мы стамину теряем. Не, ну вот пар прям вот здесь, в коридорчике, где мы все тут. Пар, ну... пар тоже такой, значит, немножко условная история. О, здравствуйте, вы где? Так, уходим тогда, Серёг, определяй. Да, 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 это я поговорю с ним. Да, я пойду за солью схожу. Стас, бери ультрафиолет и рацию, наверное. Сколько вам лет-то? Здравствуйте, алло. А, во-первых, крест один я возьму, одну соль. А то что-то мы это... Я соль там уже накидал, сейчас я ещё возьму. Ну, у нас... Он походил, кстати, он походил, и тут нужен ультрафиолетик. Нам. Я сфоткал, Блин, я крест взял, черт. Есть, я видел. Ура! Ультрафиолет видел? Да. Так, блин, оставьте. А, он уже прошел, я хотел сфоткать его следы. А я еще накидаю что-то. Вот они следы. Раз, два, три, еще походил. Господи, главное не зафакапить, не буду рисковать. Ультрафиолет. Так, у нас осталось 4 снимочка уже. А, нихера, он наследил. Вот соль еще, вот здесь только что прям наступил, вот я свечу. Ё-моё. Ну все, получается, все, снимки есть. Да. Нихерово. Он тут ходит во все вообще щели. Так, ну нам вторая улика нужна. Проектора нет. Сейчас я проверю на... Ну давай приемник, наверное, знаешь? Хер с ним уже с фиолетом, да. ЕМПХ не прокол на пятерку ни разу вроде. Сейчас я гляну быстро камеру, что там показывает. Вот там свет. А, и второй бы крест, ладно. Кстати, сейчас еще принести. Вот так. А то вдруг демон. Демон, вкусно. А, призрачный огонек есть. Да, есть. О, нифига ты. Да, он. Ты прям. Ты камеру уже прям модно расставил. Банш Ханту Абаки. Кайфово.
Вообще, я бы еще посмотрел, может, еще будет доказательство, может, мимик попасться. Ну да, да. Ну смотри, подожди. Призрачный огонек. А не может быть, мимик... А, мимик без ультрафиолета. Так что уже не мимик. Да. А он разве не может копировать другие? Просто, насколько я знаю, он может копировать поведение, но не улики. Я просто слышал, что типа призрачный огонек, если есть, то 100% может мимик. А, не, нифига, я тебе вру, на самом деле, у него есть ультрафиолет. Так, подожди, что он там? Не, подожди. Ультрафиолет, радиоприемник, минусовая температура. Ультрафиолет и призрачный огонек, я отметил, мимика нет. Да, нет, ну подожди, в том-то и фишка мимика, у него призрачный огонек неофициальное доказательство. А, я просто слышал, что даже если вообще вырубить все доказательства, но призрачный огонек. Да, у него все равно будет призрачный огонек, да. Ну, если ты вырубаешь все, есть призрачный огонек, это 100% мимик. Так что доказательства еще почекать какие-нибудь. То есть что мы можем проверить? Мы еще можем проверить на самом деле. Ну, записи нет, мне кажется, он бы сделал. Или радио. Минус ли радио? Ну, давай выйдем из комнаты. Попробуй радио. Кто-то алло, радио давай, есть. Не. А направленный микрофон уже пробовал, да? Он для квеста, он не доказывает, он не является доказательством. Насколько я понимаю, он просто там, ну, показывает, что призрак тут. Что, Серег, нет? Да что-то пока не отвечает собака. А, так подожди, он, наверное, не ответит. У нас же два доказательства. Какой смысл пробовать? Одно может быть не доказательством. А, из-за того, что призрачный огонек — это мимик, я понял. Мимик, да, да. То есть нам нужно радейку или минус проверить. А где тут термометр? Где-то был. Квадратики там где-то валяются маленькие. Первые, которые... Ты, кстати, Серег, с третьим ходишь? Он же конченый, мне кажется, нет? Или мы не умеем пользоваться? Да, мне все равно. Ну да, он такой, типа, не очень эффективный. Но первый, по-моему, будет нерфить, так что я так уже привыкаю, скажем так. Ага, температура плюсовая. Кругом плюсовая. А Банши, по-моему, телепортируется и выбирает одного, за кем ходит, да? Ну. Да, на Банши чисто за одним ходит. А вот у Абака следы есть уникальные. Как их отличить? Я знаю, типа, 6 пальцев на двери, а вот если на в соли наступает, тоже какие-то уникальные есть. Ну, насчет соли не знаю. Знаю, что да, на двери 6 пальцев. На соль не хз. Так, где моя кадила? Сейчас кадилу возьмем. А на дверь никто я не светил, раз ультрафиолет есть. Набрали, да? Внутри все. Кадила внутри, окей, ладно, зажигу возьму тогда. А на дверь никто не светил? Ну, то есть, если на это какую? Абака. Ну, нет, которую он потрогал, сейчас пока ни на какую. Ну, по идее, он же оставит 6 пальцев. Он же оставил следы ног. Ну, да. Ну, то есть, если он потрогает дверь, то тоже будет 6 пальцев. Ультрафиолет же ему засчитан. Так, ну, смотрите, у нас на самом деле в гараже этот есть. Кто? Щиток. Смотрите, и... ханту можно определить во время ханта. Если во время ханта включить щиток, у него... У него у самого будет морозное дыхание у призрака, это ханту. Типа, если уж мы пытаемся определить, допустим, если призрачный огонек, это действительно призрачный огонек. У нас три выбора. Банш, ханту, абаки. Абаки — это шестипалые отпечатки. Ханту — это морозное дыхание во время ханта. А банш — это... Блин, ну банш тяжелее будет определить. Банш можно, по-моему, поэтому... Но мы ее чекали, ну, по охоте. В описании, нет, там есть по направленному микрофону. Да, у него отдельный какой-то звуковой эффект по направленному есть. Ну, во-первых, мы не знаем звуковой эффект. Но просто ханту, по морозному дыханию, ты издеваешься? Это что же? Да, надо на ним следить надо. Ну, да. Реклама жвачки, блядь, как это ты представляешь? Ну. Вот он идет на меня. А, микрофон там уже, да? Да-да-да, ну, микрофон уже здесь. Где-то вот валялся, да. Ну, банши можно встать вчетвером, за кем пойдет, и так пару раз подряд человек. Блять, ну знает. Какой-то призрак все равно за кем-то пойдет. У нас же не две охоты, это надо две охоты. Я услышал эффект, но я не уверен, что это банш. Да, просто вот я тоже слышал. Люди. Да. Да и что у нас тут вообще? Ну... О, можно в гараже спрятаться, кстати, если что. А там что, шкафы там нормальные, открытые, да? Открытые шкафы, да, открытые шкафы. Где тут гора? А, вот, все, вспомнил. Нормально. Да, норм. Ну да, на второй этаж
Ну, бежать несподручно. Но, кстати, по-моему, там тоже есть. Я бегал там. Да, да, скорее всего. Пугает для охоты. Ант. У меня здесь тень была в коридоре, прям где кроссовки стоят. Блять, он может треснуться где угодно. Такой, типа. Это Ghost Event, да. На Ghost Event. Ну так. Да, коридорный, это значит либо в конце, либо в начале коридора, так что... Ну да, тут как бы... Следы, кстати, все растоптал. Ну, всю соль, в смысле. Ну, так, давайте мы что ищем еще? Ну. О, мужик появился. Нет. Ghost Event. Ghost Event, да. Просто давайте как это, тактика следующая, что делаем? Сейчас он начнет охоту. Ну, крест горит, хуй с ним. Ладно, там, крест заберем, дальше что? Крест сгорел, нормально. У тебя один сгорел, первый, у него два этих юза. Ну, 30 секунд есть, сгорит второй, давай, дальше что делаем? Ну, минусовой температуры вроде нет. Ну, у нас, допустим, это не Мираж, или кто там этот, не Мимик. Не Мимик. Мимик. Да, то есть у нас два доказательства, третьего все равно не будет, дальше что? Ну, смотрим хант. А что у нас по этим по... А, ну как раз у нас все равно нужно из задачи сделать благовонием, отпугнуть, когда он преследует. Так что... Ну, как бы окей. Посмотрим на хант, может быть, на хант, ханту определим. То есть ты ждешь морозное дыхание, но в этот момент надо стоять у щитка, ну... Да-да-да, я как раз у щитка. Нет, ну... Офигеть, он только что пугал вот здесь, прямо на пороге, почти на улице. Да-да-да, он меня тоже пугал, где этот красные туфли, блядь, лабутены стоят. Как это? Кирилл, привет, да? Опа! Да. Ну, как бы... Очень, да, такое на тоненького, да, план? Фламберг 7, тяги бархатные. Вот тут последний. Лежит у меня два. Могу поделиться. Стас, что ты хочешь взять? Благовоние. А, что, очково? Я бы тоже волновался. Надо защититься. Ну, кстати, банша, она, по-моему, телепортируется за спину, то есть там как бы... Ну, нет, она не телепортируется, да, она просто за одним всегда ходит. Но при условии, что он в доме. Вот в чем. Я понимаю, ну, логично. Да. Ну, а как мы поймем, она просто все равно за кем-то пойдет. Мы же не поймем, да, что это ее один. Если ее первоначальная цель не в доме, она выбирает другую. Соответственно, когда тут возвращается, это может свечнуть. Поэтому, типа, чтобы определять банш, надо всем быть. Окей. Если она не за одним с самого начала игры. А если он не в доме во время ханта, она меняет цель. Ну, как она пойдет? Если за кем-то надо идти. Да. Иначе. Да. Банально скрипт игры просто не... Работает. Я просто когда с Колей сидели, она просто не начинала охоту, пока он не зашел в дом. Но это скорее совпадение, чем правило. Она обычно меняет цель, если... Телевизор кто-то включил. А? Да, хант. Нет. Меня съело, блядь. Блин. Видел, морозом дышит, не? Да, блядь, стоял, смотрел. Заметил, смотри. Заметил. Ну подожди, а она резнулась, получается, в зале? Ты же телевизор смотрел, стоял. Ну, такая это же банша, она, когда охота начинает, она может заспавниться на игроке. Вот она за спиной, судя по всему, у неё. Ну, банша, все. Ну, Мираж, они портуются. Крест сгорел, вот еще там. Один. Крест сгорел. Я думаю, банш, да? Да, скорее всего, из-за этого банш. Я ввел банш и вышел из дома, пизду вас. Давай как это. Стас, негритянка должна сдохнуть, как по классике, зайди в дом. Не-не-не, поехали. Поехали, ну. Давай попробуем. Ну что, баншу все обвели? А подожди, да. Нет, ну может быть квест хоть сделаем? Давайте квест. Не, сделаем. А что нам надо? Я за ней побегаю сейчас, может это Абака, может он сменит скинчик. Спугнуть призрака при помощи. Ну, Серега, какой делай квест, там? Удачи тебе, да. Двери закрылись. Двери, Серега сагрил, ну да, в смысле да, охота да, да. Началась. Он в подвале. О, мы, кстати, не смотрели, может, в подвале был круг призывательный. Не, у нас шкатулка. Иди сюда! Сюда иди! Да. Он все еще поднимается ко мне. Иди сюда, нет? Все, он исчез. Закончился. Сука! Ну, а Бака нет, он скинчик ни разу не поменял. Может, он во вторую охоту поменяет. Подожди, надо подождать охоту.
Пугнуть призрака, пока он преследует жертву. Да, ну, он ушел куда-то, блин, вниз. Я его сам потерял. А да, смотри, охота начнется. Ну, в смысле, пугнуть, поджечь благовоние и бросить. Ай. Охота там началась. Беги, Стас. На второй этаж шкафы есть. В первой комнате справа есть шкаф. Иди сюда, мужик. Мужик, мужик. Ты куда? Блин. Съели Стаса. Все, ладно. Не, ну я его пугал кадилом как мог. Ну, ты, наверное, не бросил. Ты его сжег, но не бросил. Надо бросить. Кнопкой. Блин, ты не поджег. К тебе пошел. А, или не поджег, возможно, у тебя зажигалки не было. То есть у тебя в инвентаре должна быть зажигалка. Зажигалка была, была. Была, ну, короче. Ля, мужик, ну давай. Съешь меня. Блин, Виария, на самом деле, тут может так обьюзить гараж, просто невероятно. О! Началась охота. Нихера он охоту долбает одну за одной. Это не хант. Нет, нет, да, я открыл дверь. Бля, ну я тоже негр, я заходить не буду, в пизду. Как бы. Уже одного съели, хватит. Я вон в окно свечу тебе фонариком. Хочешь, бегай. Как ты фонарик выключишь, он тебя в темноте не заметит. Да, конечно. Это именно так работает. Да. Со всеми, кроме Диогена, да? О, Диоген зашибись. Жалко, у нас не Диоген. Да. Блин, все. Ну ё-моё, мужик. Света нету, ни в одну камеру ничего не видно, блин. А. О, вон там. Ты нажми, нажми на клаву просто, господи. А, вот, точно. Блять, что это за камера, где она? Вон предметы летают. Покрути на кухне. Ее. Покрути ее к стрелочке. Да-да-да, я понял. Тут. А, все, эта камера на подвал смотрит в этой комнате, в углу. О, идет. Мужик, ко мне давай. Сейчас, кстати. Сюда-сюда. Спасибо. Вижу тебя, Серег, ты бегаешь по комнате по большой. Ну там много места бегать. Кстати, даже у меня здесь фонарик моргает, блин, в фургоне. Все, все, что ли? Да, но у нас все три квеста, вы можете возвращаться, Серег. Да, ж... да, а, да, ну да, ты один уже. Ну, а бак точно вычеркиваем. Ни разу скин не поменял за 2-3 охоты. Ну, на ханту нет. Как это? Но я не увидел. Нет? Я не увидел. Нет. Ну, хорошо. Ну, может быть, реально банши, потому что, например, я стоял вообще с включенным Night Vision, и он просто меня проигнорировал. Ну, вот ну, смотри. Night Vision да... это триггер такой для него. Он, а, ну, он, она, я не знаю, как правильно, отмудохал Стаса и за тобой не бежал. Вот и да, я про это и говорю, что, типа, я стоял как будто бы... Ну, может, типа, поближе, ты, ты как бы типа, он такой... намекал, сучка, убей меня. Да. У него еще скорость одинаковая была. Он же там, где спавнится, там же холодно, он быстрее должен бегать. Он когда в подвал уходил, там теплее. Да, у Ханту, да, у Ханту, да. Ну, тогда банши обойдем. Он не выключал щиток вовремя. Чтобы дыхание было не видно. Все, я закрываю фургон. Ханту, вот, банши обвели, надеюсь, все. О, так это что, только меня сожрали, что ли, да? Нет. Игоря сожрали тоже. Меня первого. 2-2. Банши, да. Ну, угадали. 1600, нормально. Кайфово. Блин, ну банши, это надо крест под жопу класть. Ну, по факту, да, она к тебе телепортнулась прям нормально с коридора. Там просто стартовала прямо в коридоре, скорее всего, просто подошла и все там. Я просто стоял в комнате с телеком прямо в углу спиной к стене, я бы ее увидел. Я ее готов был вокруг дивана каетить. Mm-hmm. Ну, давай дом поменяем. Че у нас еще есть интересного, что мы не видели? Мне ачивочку дали. И... Хорошо. Убитый банш в мультиплеере. Ну, видишь, стоило откиснуть. Да. Ачивмент unlocked. Это тоже дом какой-то, да, наш? Один из? Да, Риджи, это... да, норм. Блин, Серега мне кнопку закрыл. Поехали. Оф. Да, долбишься в экран в этот. Я котик и МФ возьму.
Ой, как хорошо, что кнопка мьюта есть. Можно чихнуть. Блин, все разобрали. Ну, я крест возьму тогда. У меня тетрадка и крест, если что, давайте. Кто найдет первый. А, это тот дом, где мы в коридоре его как-то ловили у камина. Точно. Электричество есть? Угу. В гараже нет. Стас, да, Стас, иди дальнюю комнату, надо проверить. После кухни тут еще целый закуток. Если у тебя ЕМФ-ка есть, я просто остался. Есть, сейчас я просто на втором этаже сейчас. А, давай, давай. Ну, не, кто на первом, дальнюю комнату чекните просто. Стандартный там. В жопе мира комната. Я все. Там и... живет гитарист. Да. Роботы, гитаристы. Опа, какой-то звук показалось был, нет? Не прокает ЕМФ-ка здесь? Пока молчат. На втором этаже нет ничего. Ну, нет, оно, в смысле, он пока не повзаимодействует, может и не быть. То есть она не 100%. Не, я к тому, что пара нет. ЕМФ-хи нет. У нас, типа, все эти пряталки открыты, да? А, нет, не все. А что там, кстати, в гараже норм? Ну, есть куда, да? В гараже первые шкафы есть, дальние закрыты. Ну и ладно, норм. Наверху шкафов много. Подвал кто-то ходил, есть, круга нет. В подвале шкаф открытый, да. В подвале ЕМП есть. Подвале. Да, и дыхание. Как это? Негритянка дышит паром, давайте. Так. Залетаем. Кладу один крест слева. Показывает вот, да, вот сюда прям. Кладу сразу. Там, где крест. Крестом книжку, пошел за солью. Давайте. Второй крест надо будет занести, справа положить. Подвал большой. Подвал большой, да, ему видней. Так, а, и зачем я их беру? Крест возьму. Что я хотел взять, господи? Крест возьму, возьму радиечку и камеру. Давай. Я сразу две соли возьму, потому что подвал и вправду большой. Ну, температура не падает. Ну, она все равно, как это, как доказательства нет, но в целом она же ниже, чем везде. МФ5, что ли? По звуку было похоже. Не услышал, если честно, когда подходил. Так, а какой положили край? А, вижу. Все. Тихо. МФ5. Подтверждено. 5? Угу. Да. Господи. Я... Разрешите, я поговорю тут. Сейчас. А выйду. Я пробовал, пока никого не было. Давай. Не разговаривал. Давай, я вышел. Скажи, как закончишь, я соль еще разложу справа там. Лево, точнее. Где ты? Сколько тебе лет? Где ты? Оло. Пока вообще не очень. Так я разговаривал, говорю, пока никого не было. Не видится оно на радио. Ну, он не всегда сразу может. Ну, в смысле, это... Гост-эвент. Ой. Вот сейчас все выйдите, поговорите вот здесь, вот прям на лестнице. Поговори, давай выйдем. Давайте, выхожу, давайте. Раз, давайте. Скажи мне что-нибудь. А, кто-то остался. Вы здесь? Стас, выходи. Где ты? Где после гост-эвента почти 100% шанс, что радио сработает. Сколько тебе лет? Дима тут. А. Нет, я здесь, я с солью стою, Серега разговаривает. Нет, я хотел сказать, что ты с чекушкой бегаешь. Да. Все, короче, она вот это, походила вот по сольке вот этой вот. Две соли, слева одна и тут посередине. У меня еще... Я пойду посмотрю в камеру. Третья соль там есть? Там свет только выключите, пожалуйста, чтобы я хоть что-то увидел. Ты хочешь... А у тебя нету? Огонек чекнуть, Серега? Ну да, посмотреть. Давай, сейчас я выйду. Еще есть ли что-то? Ну, я пошел за... Ну, во-первых, кстати, вторую тетрадь надо положить в другом месте, потому что подвал, опять же, таки большой. В правой части нифига не видать. В левой что-то тоже нифига не видать.
Второй тетрадь беру. А, и этот лазерный проектор взял второй. Да, у меня проектор. Прожектор. Мы ни один не поставили. Да, короче, огонек нифига. Что там сделать надо? Заставить обнаружить датчик движения. Микрофон, господи. Ну, датчик окей. Стоит, наверное, прокнет. Микрофон тащить надо. Сейчас притащу. Так. А что у нас там по пряточкам-то? Один крест справа, тетрадь тоже положу вот тут справа. Он будет использовать холодильник. А, тут уже вот тут поставили, да, окей. Второй крест слева, окей. Бутылку выкину подальше. Ну, может, свет здесь включим? Как-то неуютно немножко. Температура пока не минусовая. Люди. Чё, Стас? Люди. А, ультрафиолет. Все, да, я видел. Да, Стас да. Посветил на соль, посветил лапу. Джин, горю, Мюллинг. Мюллинг, Абак и горю, Джин. Ну, Родинки не может быть. Ну да, Джин, горю, Абак и Мюллинг. Мюллинг на разговоры реагирует. У нас вроде как, да? У нас не реагировал никак. Нет, нет, тут, наверное, про другое. Книжку бросил, Серега. Здесь вот. Вот эту книжку нашу бросил. Ну, понятно, книжка ему неинтересна уже. А, в смысле, он ее перевернул, как да, аксессуар да, не стал писать. Он, ну, он, нет. Это теперь это. Ну, книжка-то можно запись в блокноте зачеркнуть. Ну, кстати, ну, Джин горю Абака. Радиоприемник не существует, как бы, в этом плане, поэтому но... вообще не отвечал даже. А чё по этим призракам еще тогда? Джин, Горё, Абак и Мюллинг. Мюллинг, кстати, не часто у нас был. Горё, и насколько я помню, можно там поиграться с огнем с ним или с кем. Будет прятаться от камеры, если рядом кто-то есть. Блять, как это? Камеры есть, мы рядом. Что значит прятаться? Горё, лазерный проектор можно только через камеру увидеть. Но у нас уже два. Да, да. Ну, мы, да, это не доказательство. Так, еще раз Джин. Ну, быстрее, если жертва находится далеко и в отсутствии электричества, Джин не может использовать свое умение, это херня. Непонятно, как доказывать. А что у нас не сфоткано в доказательствах? Надо. У нас снимков мало, да. Мюллинг издают звуки чаще других видов призраков. Ну, по-моему, ни хрена. Пугал один раз, и то как-то так. Кстати, кость еще не нашли. А, да, кстати, да. Есть то, такое. Оторванная жопа где-нибудь на втором этаже. Мюллинг, Абака. Что такое Абака? Абака редко оставляет следы при взаимодействии с окружающей средой. Масон след на соль. Пугает меня, как тень стоит. Поет. Тетка поющая в тюрьме у нас как-то была. Херана. Так, может хантить, кстати, уже. Ну нет, нет, я бы уже сдох. Она прям на меня стояла, смотрела около шкафа. Нахерачивала. Не-не-не, но... я имею в виду, у нас в рендже это санити. То есть у нас уже столько санити, что может хантить. А. Что аккуратнее, а чем, к этому. А чем мы так быстро просрали, все? Ну, ну вот. Я тогда выйду. Ну смотри, она нахерачивала нормально, кстати. Я когда один остался, вы ушли, она сразу напала. Это не хант, если сейчас, сейчас. О, песню кто-то поет. Она да. Поет внизу, опять гост эвент, который а на мне был. Фотик там, нет? Нет? А. Подвал я один кидал. Да. Она закончила вроде. Ну, она да, она тогда, как и мне, пела чуть-чуть и все. Хант. Или нет? О, вот она. Блин, да, это Хант. А, это был. Было по. Раз. Сдохла негритянка, спишем на гост ивент. Ну, Стас, давай. Как это? Подсказывай. Вопрос, что, конечно. А почему крест не сгорел? Они не перекрывают друг друга? Она где-то здесь? Так она вот прям по нему шла. Вот здесь она шла. В том закутке, где мы начали с Димой вначале ее искать, там, где ЕМПХ лежит. И она вот прям по кресту прошла. С каких пор призраку похуй на крест? О, крест сгорел. Крест сгорел. Ну, значит, в этот раз она заспавнилась на кресте, видимо. Да, там уже креста есть, рейндж.
активности, она могла заспавниться прямо у стенки, где не покрывает или еще что-нибудь. Ну, так она шла прям по нему, сверху. Когда шла, это пугает другое. Наверху? Не-не, она внизу. Нет, она нет. Внизу. Она выключила свет. Ну подожди, она поет. Мне кажется, она будет петь, когда охота начнется. Она и меня пугала, и Стаса убила с пением. Ну, то есть в этом плане проще. Там что-то это... Снаряд, я возле щитка, но не могу вам свет включить. Да, забей в целом, мне кажется, это... Бывает. Уже без разницы, она все равно охота начинает, но в темноте. Похер. Крест еще раз сгорел. Ну, остался последний, насколько я правильно посчитал. Ну, то есть, возможно... Хотя хз, не уверен. Мне кажется, надо послушать его. Так, вот же горю, что горю. У нас четыре. А что по фоткам? Мы хотя бы с фотками закончили, потому что сейчас уже все кресты догорят. Одно бы еще сделать надо. Красавчики. Че? Ну, фоткайте ее, когда будет кого-нибудь. Башку откручивать. А есть фотик кого-нибудь? Я фотографировал. Если не засчитал, значит, я безыдейно. Я нормально ее щелкал. Есть призрак. Фотка призрака есть. Стас, значит, ты не зря откис, но... Да, да. Но в целом еще одна фотка нужна для коллекции. Ну, я смотрю на подвал, пока не выходит, жду ее здесь, чтобы в гараж бежать. Ну, мне... Я ты, Дмитрий, такой смелый. Нет, а что еще делать? Ну, как это, во-первых, экшен хочется. Да. Не очень похоже на Абаке. Да, я бы сказал, ну, фиг знает, сгорел. Можно попробовать с этой сейчас. Хант. Нет, она не поет. Мне нужна лампа. Лампа поет, да. Поет Хант, наверное. Стас, да? Да. Да. Дверь закрыта. Ну, а вот она шла. Тут шарится, пошла наверх. На кухню пошла, покидала тарелки. О, вот она возле кого-то с кадилом ходит. Ты вроде. Фламберг 7. Так, ну что там? Где знаки? Я пришел, принес лампочку. А она когда мерцала, она скинчик хоть раз поменяла на одну секунду, вот прям? Нет, у нее скин все время один и тот же. А бака можно вычеркнуть тогда. Кирилл, все плохо, мы не знаем, кто это. Горю, наверное. Почему? Ну, на Джина не похоже, у нас со светом проблем никаких не было, не мигало нигде ничего. Но Джин там тоже, он стрёмный, он ускоряется, когда что-то там нет света, и не цель далеко. Посмотри, у нас в подвале света не было, она не ускорялась. Фламберг, то есть она с такой же скоростью за мной гонялась, вот как только что она наверх выходила. Кирилл, я за экологию, чё свет зря жечь? Сейчас если она две лампы затушит и захантит, это точно горю. Вот там две лампочки, видишь, горят? Да. Газовые. Почему две, три вроде? Нет? Когда три раза горю, он тушит лампу, он хантит 100%. Нет, это Андрю. Фламберг 7. Андрю? Фламби 7 гигле, фламби 7 гигле, фламби 7 гигле. И нет, я там лампочки уже жёг. О, одну затушила. Но... Я вообще предполагаю, что мюлинг. Но не точно. Почему? Его надо послушать тогда, когда он хантит. Он сейчас охота была, он тихо очень ходил. Ну... Вообще, блядь, она, по-моему, поет. И меня когда пугала. Поет. Все время поет. Ну как бы нихера не тихо. Ну. Когда стартует, поет песня. Да. Как в тюрьме тогда та же баба ходила и пела, ну, в таком же скине. Я не помню, кто был тогда на Дейлике. О, еще один крест сгорел в подвале. Ну, 30 секунд у нас есть. Ну, это последний видео. Фоточку сделать. Давай быстрее и. Аккуратнее, если что, прикройся. Чем? Фотоаппаратом? Хант. Осторожно, она идет. Это не Хант. Лампочка сгорела. Лампочка сгорела. Ну нормально, я фотку сделал, только сфоткал соль почему-то, но неважно, засчитал главное. Ну Хант или что? Дверь закрыта еще. Не, лампочки. Стас, не пугай. Ну она заспавнилась вот только что там, где крест сгорел.
стояла. Не, это правильно, потому что охота начала и свайпнулась на кресте. Ну, то есть, в принципе, нормально. Она, по идее, даже не должна появляться. Не-не-не, это гост-эвент был просто. На лампочке там. Да, даже дверь не закрылась просто. Ну да. Я слежу за дверью. Типа, как она закрылась. Да. Ну что, Адам, это? Да, давай труп Стаса притащим, дверь подопрем. Чтобы не закрылась. Какая ему разница уже. Положить на пороге, да? Чтобы не захлопнулась. Ну, по идее, если ты Мьюлинг, он бы, мне кажется, уже захантил бы, потому что мы базарим столько. Почему? Не, ну базарим-то тут надо, там рядом с ним внизу. Ну, во-первых, он кресты. Почему вообще идея Мьюлинга появилась? Он тихо во время охоты ходил. Так не, у нас варианты, смотри, МП-5 у нас был. И ультрафиолет. Ультрафиолет был вариант, а Мьюлинг вообще нет. Есть. Так, МП-5, ультрафиолет, Мьюлинг есть. Мьюлинг есть. И радиоприемник зачеркнули, ну, он там никому из вас не ответил. Там, а запись в блокноте тоже ж нет, можем зачеркнуть. Ну... Не, да, у нас... Не-не-не, Стас, третьего доказательства в принципе нет. Да, в то принципе, есть оно нет, могло бы получить. Быть. Да, мы... Такой режим стоит. То есть оно так могло бы быть. Да, то есть мы не знаем. Радиоприемник, он в целом просто не подходит. Теперь да, то есть он никакого призрака не даст, да. Если он будет. Крест горел. Бля, сколько там крестов? Да. Крестов, да. Как это, Стаса съели быстрее, чем сгорели кресты. Где там разбросали? Ну, нет. Так-то, видимо, там, раз они горят, но подвал пропал. Смотри, у Мьюлинга в описании говорят, они притихают во время охоты за жертвой. У нас она поет, ходит постоянно. Это точно не Мьюлинг. Она там по топанию шагов, мне кажется. Охота. Не, она поет. Охота, она поет. Закрылась дверь. Тихо. Она... Да, молчи. Тихо-тихо. Топает она, топает. Я ее вот мимо меня прошла. Тихо-тихо. Все, что ли? Ну, вроде да. Короткий хант. Ну, исчезло. Ну, в смысле, шаги, правда, тихие, вообще не слышал. Ну, кроме пения, а шагов нет. Не. Потопает она. Топает. Блин. Ну ладно, допустим, это не джина. Ну, судя по всему. Ну, я бы делал палку на горю. Ну-ка, сейчас надо из дома выйти, сейчас, подожди. Кто там погорю? Редко отходит от своего места смерти. Да, вот она все время в подвале. Ну, на второй этаж не приходила ко мне, да, кстати, тоже. Да, горю проходит. Горю, да. Ну да, скорее всего. И джин тоже, она вроде как бы скорость всегда одинаковая была. Да, но... да, так бы она разгонялась бы очень быстро в начале. Там электричества типа много. Ну, а Мьюлинг еще раз, мы проверить ничего не можем с этих двух хотя бы, ну там, с Агри. Блин, еще раз только, если, вроде он тихий был, но опять-таки непонятно. Ну, Стас вроде говорит, нормально. Топает, причем очень громко топает, нормально. Ладно, конечно. Давай, горю и следующую катку, ну что. Ну. Давай, let's go. Да, сейчас, меня не оставляйте, я живой, это, негритянка осталась, я-то жив. На автобусе приедешь. Да. Так, горю, обвели все. Если уж угадаем, то хоть денег дадут. А если не угадаем, то я умер зря. А, да уже там, какая разница. Кстати, даже в фургоне холодно, блин. Да, это ходило. А, понятно. Я думал, Горё с нами уезжает. Он такой. Да, блин, всё-таки. Блин, да что. А, вот видишь, всё-таки тихий был. Да, всё-таки тихий. Не, ну он реально топал. Шаги такие. Не, ну я так понимаю, здесь звук так сделан, что он топает по звуку всегда одинаково, просто эти звуки слышно, ну, нужно ближе к нему находиться. Так, ладно, давай еще одну катку. Ну или может живые слышат его чуть-чуть по-другому. Надо как это, скилл расти... А, ну дом, деревянный дом не хочешь какой-нибудь? Или, ну, из там... Бревно. Ну не тот деревянный, а... Там еще второй есть. Побольше который, второй. Ну, он не то, что побольше, он привычней, что ли. Ну, или мы Делик с ним играли, поэтому проще. Вот, а который прям как хижина в лесу.
Ну да, там. Это... И, кстати, в патче будут переделывать. Кожаное лицо будет. А что переделывать конкретно? Там какие-то новые комнаты, точнее, или старые будут переделывать дизайн. Новый обои переклеят. Да. А не добавят новый контент? Ну, в смысле, дома и... Но карт пока новых нет. Понятно. Хотя, может, там в планах есть на этот год есть одна карта новая. Так. Я взял тетрадку и проектор этот. Зеленку лазерную. Ну, определяйте, я тогда сразу все там положу. Пойду тоже дыхание. Так, МФ3 в сортире, в дальней комнате. Так, слева на входе. Первый этаж, первый этаж, первый этаж, вход. Видите меня сейчас? Вот нет, вот здесь вот. А, до вот конца. Сюда, дальше. Там же щиток вот где-то за кухней, нет? А, да, пищит, да, пищит. Сейчас пищит. Щит сделаю. Угу. А там раскидывать пока сортир. Щит же тут, да, Серег, по-моему, где-то. Подожди, тут вообще он должен быть тут, но такой... Ой, он и здесь потрогал. Он коридорный, первый этаж, вот этот вот. Вот, вот коридор. Здесь, МПХ. Ах, офигенно, ребят, вот здесь. Не, вот не, это не, весь вот. Коридор, где сортир, вот где мы находимся, он тут, во всем да, коридоре. Не, здесь температура повышается сильно, а вот в сортире падает. В сортире падает? Ну, или это близнецы. Блять, щиток включите хотя бы, давайте начнем с простого. Сейчас я иду включать. А он не в углу там у тебя где-то ходил, разве? Нет, нет, нет. Нет, чисто в сортире. А вот, вот там посмотри еще вот здесь температуру, где вторая ЕМПХ валяется. Вот, на полу. Здесь тоже 3,5 было. Только мой любимый просто, на чердаке. Смеется, или мне показалось, смех был. А, да, да, где включено. Электричество есть. Давай здесь свет хотя бы. Где ЕМП повышается температура резко. Где? Стас, где твои ЕМП, видимо. Только не падает. Ну давай толкан, окей. Кидаю тетрадь, ставлю зеленый вот, проект. Можно эту туалетную бумагу с собой взять на всякий случай. Да, да, да. Случаи бывают разные, как известно. О, вот здесь в коридоре. Вот так, ребята, если что, можно прятаться на при входе направо. Там есть ящички. Нормально. Так, ну, блин. Вот, вот смотри, где Дмитрий. Иду, вот в этой комнатке. Иду. Да, я понял. Ага. Да, я там вот справа. Ну. Ящички. Ну, в туалете показатели самые низкие, кстати. Вот в коридорчике выше. А, за такими ящиками можно выжить, ну, в смысле, они да, же да, без да. двери. При... Да. Только надо присесть. Ну, я понял. За них заходишь и приседаешь. Охуенно. Если ты присел за коробкой от телевизора, то призрак перестал тебя видеть. Прям. Максимально реалистично, я понял, да. Можно просто глаза закрыть. Да. Да, да, да. Руками если... голову накрой, если бомба над головой. Да. Я этого не вижу, значит призрака нет. Даже если ты с ним в одной комнате. Так, куда тут? До конца и налево. Надо бы в зале здесь, что ли, свет бахнуть, чтобы хотя бы по-светлому ходить. Так, две туалет. Банки соли взял. Ну, я засыплю туалет и рядом комнату. Потому что туалет... А, ну туалет, кстати, здесь довольно большой. А в туалете света нет? Мы принципиально тут как бы... Ну, обычно там, где призрак не включает, ну, в смысле, для определения огонька и прочего не включает. А, ну, я понял. Увидеть. Ну, нет, сейчас хотя бы пока мы бросаем все, может. Ой, блин, куда я бегу-то? Дверь потрогал. Есть у кого свет, ультрафиолет или нет, фотка? Нету. А вон фотка, фотик валяется в коридоре. Возьму фотик сейчас, подождите. Ну, ультрафиолета нет. Ну. О, есть, вот теперь есть. О, фотку, ура! Да, два, нога, три, нога. Четыре. Стас отмечает ультрафиолет. Вообще, на фотку, ребят, просто... А, блин, зафакапил одну, сука. Ультрафиолет. Пугает, извините. Пугает, свет моргает. Давайте поговорю с ним. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы здесь? Дайте нам знак. Где вы? Сколько вам лет? Он книжку пнул. Вы здесь? Дайте знак. Сколько лет? Дайте знак. Пока не отвечает. Да, вообще молчит. Окей. Ну, я думаю, что-то другое, наверное. Ну, во-первых, ЕМПХ надо бросить туда, прям в туалет, раз уж... Ультрафиолет. А, это... Что у нас кроме ультрафиолета что-нибудь есть? Пока нет. Конец, да. Ну да, ЕМПХ туда показывает. Вот у меня вторая.
было, кстати. Надо насыпать третью соль, чтобы он тормозился. А какие еще предметы, как соль, тормозят призрака, еще что-то делают, ну, кроме вонялок? Ну, что там? Да как? Вроде никаких больше. Камера спотыкается. Не, ничего больше. Не, обычно только ускоряется. Если, например, какой-нибудь райдзю. Ясно. По температуре что? Крест тут, а второй крест принесли, ну-ка. Свет вырубил. Щиток бахнул. Это никаких не вижу призрачных огоньков в комнате. Скажите, он же бахнул щиток, да, в этом дело? Если не включается по переключателю, да. То щиток, да. Серега, где там на щиток втором на чердаке, я поднялся? Щиток на чердаке в правом... правой стороне. Короче, нет, нифига нет. Я беру кадила. Блять, тут топор в зеркале торчит. Какого хера? Так, а где вправо? Ну, я пошел налево. Нет, здесь нет. В правой стороне. А ты имеешь в виду, где вообще этот? Да, я просто второй щиток здесь не знаю. Вот, вперед, 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 вперед. И до конца направо будет лестница. Пойдем. Так, там ты пропустил его немножко. Вот да? Она. Нет, лестница. Я включил. А, все? Ну, хорошо. Ну, все, терпится. Уйду со второго этажа, мне некомфортно. У нас только один получается. Пока этот. Да. Ну, ради... Будильник зазвонил. Он позвонил мне. Говорит это... Парашка. Алло, вы здесь? Да, как это? Вот, кстати, интересный какой-то такой дом. Почему-то инвентарь такой, как лопаты на стене, на чердаке висят. Да, тут. Лазерный проектор. Да? Да. Да, через и камеру. Возможно, это, да, через камеру, возможно, горе, надо посмотреть, будет ли он так. Ну, смотри, если... Серег, посмотришь, там у тебя камера есть? Ну. А камера стоит в комнате. Не-не, надо теперь просто так, я его как раз через камеру увидел. Через руку посмотри, ну, да. Через глаза. Да, в смысле, через глаза, да. Пытаюсь посмотреть. Тут тусую пока, да. То есть предварительно без на одной улики мы выезжаем на горе из-за лазерного проектора в камере. Ой, из-за точки в камере. Ну, фантом, да. Банши, горе. Фантома легко определить. С помощью фотика. Каким образом? Вот, кстати, всегда был когда вопрос. Когда ты его фоткаешь, он исчезает. Когда ты его фоткаешь, когда? Во время охоты он исчезает или... Нет, просто вот если ивент идет, он появляется, ты его фоткаешь, он сразу же исчезает. Ну а если этот ивент не появится, это же когда он серым долго горит, ты, видимо, правильно. А еще фантом медленно мигает, 1.5 секунды у него обычно между... Когда он хантит, он же мерцает, призрак. И фантом медленнее всего мерцает, то есть у него реже всего он появляется. Обязательно остановлюсь и поставлю таймер на 1.5 секунды. Да-да-да, типа такой с секундомером встал такой, ну чё, а? Да. Засекаем, давай, мерцай. Да. Нельзя как-то проще там свечку зажечь, еще что-то, ну... Походил где-то. А, ну, кстати, блин, у нас банши еще осталось так-то в списке. Это конченая сучка, которая телепортируется. Очень просто. Сейчас мы смотрим на мерцание, если медленно не мерцает. А, ну, когда она будет доедать Стаса в очередной раз, мы посмотрим на мерцание. Конечно. Обязательно. Ну, Стас, блядь, как Сэм Фишер, негритянка. Нахуй стоит в толчок, смотрит. С этим. Подожди, какой толчок? Я в коридоре. Нет, ну смотришь-то ты в туалет. Ну, как бы. Такой. Сейчас террористы там вылезут. Этот, Black Flag. Не ходит. Ай, да. Ну, кстати, гост-эвентов не особо-то. Один, что ли, был, или два от силы. Один. Ну да, вот этот. Поэтому фантома еще поди поймай. Нет, походу горю, он бы, скорее всего, уже засветился. А че у горю там минусы какие? Он там боится людей, камер. Ну, есть что-то такое. Может быть, один просто в камеру будет смотреть, а другой так, глазами. И один, когда засечет камеру. Не, он мне появится, нужно, чтобы все из комнаты вышли. А тут он что-то пострелял в этот в крест наш. Чуть-чуть. А. Он и походу Ghost Event не запускает, потому что камера тут стоит. Скорее всего, горю, он как раз боится камер.
Только она и тогда там стояла, как увидел. Я же сразу поставил камеру. Ну, кстати, ну, вот это было особо и не активничал. Не, в толкане, вот тут вот прям, вот он. Ну да, вот раз. Он дверь потрогал, дверь, кстати. Трогать. Да, да. Интересно. У него нет там уникальных шести пальцев? Нет, пятибалый пока был. Он пятерка, да, видел. Прокнула пятерка. И МПХ там пиликает. Горё все-таки реально. Ну, давай пока обвели Горё, но интересно, типа, что, уезжаем или потестим еще? Хочу посмотреть на Хант. А что по заданиям, кстати? Да, кстати, по заданиям. Что мы там... Паранормально чего надо? Гост-эвент. Ну вот, а мы камеры притащили, ни разу гост-эвента не было. Ну что, мне свалить их теперь? Давай разобьем об стену камеры. Ну, кстати, опа, книжка летает, книжку нашу бросил. А нельзя эти карты найти или что? Никто ничего не нашел здесь, кстати, к Тарота. Я не знаю, где здесь предметы. Серег, ты знаешь? Тоже не помню. Не помнишь? Не, я особо не помню, не вспоминаю предметы эти. Но чаще всего без них. Тут вроде нет. Ну, кто-то вот здесь... Пугает. Гост-эвент. Гост-эвент или... Где, где? Все. Квесты все. Блин, надо было сфоткать его. Он у меня... О, он у меня смотрит у печки этой в конце. У меня фотика нет. Я пытаюсь до тебя добежать. Он серым стоит, фантома, сука, бы сфоткать сейчас. Все исчез, да. Вот здесь. Да, вот здесь он в конце у печки у этого обогревателя стоял. Вот здесь. А, это ж там, где у нас ЕМП сработал. Да, да, да. Он здесь стоял, смотрел на меня серым вот этим гост-эвентом. Ну, грустненько. Как да. Это? Не факт. Его могли бы очень быстро определить сразу же. Да, если я бы сейчас щелкнул, он стоял, смотрел на меня секунд 20. Да. Кидает, вот, смотри, кстати. Бросает, да. Бросает. Он книжку бросил, краску, банку бросил, да. Давайте потусим, может быть, он еще появится. Ну, гост-эвента может не повториться, ну, то есть, как бы это было классно. А нет камеры тут свободной? У меня в руках есть камера. Вот, я взял, я фотик взял, я понял. Ну, я постою там, давайте, на всякий случай. Только аккуратнее, потому что захантит там, то как бы... Хант. На меня идет, наверное. Стас, заходи. Нет, к вам идет. Это может быть банша, ребят. Да ну какого? Это, я думаю, банша, кстати. Потому что он тупо меня проигнорил. Подожди, но она мне открыла дверь, но убила Стаса. Или это не важно, ну в смысле... Если она просто иногда может взаимодействовать, когда идет рядом предмет раскидывать и дверь открывать. Не, ну... Почему я ставлю на банши? Потому что... Ну, Стас... Он у меня? Я сфоткал, это не фантом. Ты сфоткал, я понял. Ну, короче. Да. Ну, это не фантом. То есть, хорошо, зачеркнули, Горё банша. Ну, ну, а как мы определим? Стаса, она чпокнула. Ну, то есть, она за тобой. Ну, в смысле, за мной или за тобой, Серёг, пойдет? Хант. Ко мне идет? Да. Иду на нее, включил свет, разговариваю. Идет все еще за тобой? Да, она вот на кухне бутылки бросает. Серпом херня такая. Блять! Вот. Пришла ко мне, убила. Это не банши. Сука, доигрался. Sorry. Да. Ну, короче, да, она вернулась. Я заговорил и включил фотик. Она меня убила тут же. Да, я сразу же тогда, да. Ну, получается, Горё, да? Ну, то есть, если она не свичнулась на меня, то Горё. Ну, то есть, Игорь, ты, по-моему, правильно Горё говорил изначально. Ну, как раз две толканки взял с собой. На двоих. Ну, все, поехали. Простите, пожалуйста. Да, ладно, я даже оборудование не выдавал. Я думал, у тебя это... А, у тебя не было, да? Я с фотиком бегал, да, я же там фантома собирался фоткать, ну, как бы. Ну, фантома я сфоткал нормально. Да, ну... Он не пропал. Как это? Да, Горё. Эх, ладно. Бабосики поделят, конечно, жалко пополам. Ну, вроде сейчас, что, там... А, подожди, почему распятие? Что? О, у меня таблетки открылись новые. Успокоительные. Давайте еще одну катку. Я потом чуть прервался. Вот. А что у меня распятие? А, все, нормально. Что-то у меня распятие не третье. Становилось странно.
Думаю, что у нас такие кресты странные. А что оно третье дает? Ну, по факту, это чуть больше радиус. Но... Последний крест, единственный, кто может остановить проклятую охоту. Ну, мы не начинаем у нас. Если ты найдешь круг, ты туда закидываешь крест третий и... А, ну, да. Он бам, и не охотится. Понятно. Ну, а это его только даст определить или квест сделать, по факту-то. Да, да, если нужно сфоткать, например. При этом все забагается. Так, ну я также взял книжку и проектор, сразу поставлю. А, это дом уже, ну давайте дом, да. Наш. О, ребята, подвал. Подвал? Там круг или... Предлагаю подвал, МФ-5 в подвале. А, я понял. А круга нет, да? А, и жопная кость лежит в ванной в гараже. Между гаражом... Ванна в гараже? Ну, ванна, которая ведет в гараж, короче. Стирка, да. Это, да, да. Всякие. Я забрал. Все, отлично. Так, я фотик здесь дропаю один, все. Кстати, тоже большой подвал, два креста как минимум надо. А куда лепить? Ты знаешь, как посмотреть радиус работы креста? Ну, когда складываешь его, вроде видно. Ну да, когда его зажимаешь, да. Видно там, типа, как он работает. Да, да, да. Так, я радейку возьму. Кстати, это пока крестик где? Один. Где конкретно? ЕМФ кинул поближе, книжка есть, лазерная есть, пошел за солью тогда, насыплю сразу две. Там кто-то котик объективом вниз уронил, изверги, блять, разбили всю технику. Это зеркалочка там уже. Да. Так я поговорю, здравствуйте. Дайте поговорю. Да, Стас, выходи тогда. Вы здесь? Дайте нам знак. Нет, молчит, судя по всему. Ладно, Серег, ну, давай расцеплю молчит. Это. А можно тут? А нет. Он не в подвале. Не в подвале? Нет, он в детской. Серьезно? Да. Бля, да ладно. Она где? Ну, МП, он же, типа, когда взаимодействует где-то, предмет он может кинуть в любом доме. Ой, в любом месте. А детская здесь где? Комната, вот здесь, вот, на дыхание, входе, на входе справа. Нормально соли насыпал. Ну, давай две банки у меня, то есть я все равно досыплю. Да, температура в детскую упала. Крест переложи ближе к детской тогда. Там он есть. Я принесу что-нибудь из подвала. Давай. Да, наступил сразу в одну из солей у выхода, которая... Вот, раз, камера. А у меня два. Тут в воздухе почему-то. Летучая. Следов нет. Ультрафиолета. Ну подожди, еще мог ничего не трогать. Ну, в смысле, Ну, в следах я имею в виду. Ну, в соль ты имеешь, я понял. Вот опять наступил. Он написал в книжке. Книжка. Запись в окноте. О, давно не было книжки. Дух, кстати. Тень, Мюллинг. Так, я забрал рацию и. Блять, кто-то в подвале стоит, аж стрёмно стало. Игорь, ты чё? Я скрин делал. А чё? МФ взял. Думаю, чё ещё взял? Давай рацию я припёр, потестирую. Выходите тогда. Быстро понажимаю. Серёга. Вторую камеру ещё. Да. Извини, сейчас. Да, покидай. Бросаю вот так вот. Он походил. Принято. Чё-то не особо рация. В компьютерной комнате шкафчик свободен. Ага. Ну, нет. Пока МП-5 и записи в блокноте. Ну, подожди, я МП-5 ты нашел в подвале. Здесь тоже было? Какая разница, там не важно. Не важно, оно было. А, ну окей. Ну, дух, Мюллинг, тень. Ну, понятно. Камеры бесполезные, получается. Дух, Мюллинг, тень, да. Ну, окей, крест тут есть. Да, но он засрал всю соль почти. Одна полосочка осталась. Он
4 штуки стоптал. Да. Всю тень засрал. Ой, всю соль засрал. Ну, кстати... Так, я еще в коридорчике воткнул тогда этот запасной, так сказать... Крест? А, думаешь, крест, это... Крест, да. Если вдруг он начнет хантить там. Че еще надо нести? Ничего дальше? В целом пытаться выменить? Ну, дальше давайте думать. Ну, во-первых, можно карты найти или там... Ну, у нас так-то комната здесь маленькая, этот дом. Карт на столе нет. Нет, у нас шкатулка у нас. Это проклятая охота, да? Или с учетом? Да. А я же сфоткать надо. Поделать надо. Ну да. Что, собственно? Еще нам преследовать надо его отогнать. Шкатулку Игорь, наверное, забрал, где-то она была. Не, я не забирал, только сфоткал. Она в этой же комнате, где призрак. А, я понял. Да, да. А, свет выключил. В гараже щиток или где? Да, вот он. В гараже, по-моему. Да. А что нам даст проклятая охота со шкатулкой? Нет, нет, этот свет просто. Так вот, вот я тоже думаю, что нам даст. То есть ничего, чисто квест сделать. А что по квестам? Надо там завонять микрофон. Сейчас проверю. Распятие и благовоние, когда он хантит. Именно. Ну... То есть просто завонять не прокатит. А где ты квесты читаешь? Их не в машине можно читать? Штаб общее. Ну, точнее, журнал общая вкладка. А, вот где все, я понял. Спугнуть призрака благовонием, да, остановить призрака при помощи распятия. Ну, распятие хер с ним прокнет. Сейчас стамина упадет, и да. И как бы, ну, завонять, берем кадила. А все кадила разобрали, да? А вот, нет, вот здесь оно, он в доме. Что-то у меня... А, восьмерка, восьмерка активность. Крест не сгорел? Восьмерка сейчас херачит. Нет, сейчас проверим. Нет, нормально. Нет, нет, все нормально. Окей. Ладно. Ну да, не десятка же, наверное, поэтому. Так. Три плотки осталось. Возьму одно кадило тоже. А где ультрафиолетик у нас валяется где-то, нет? А нам зачем? Ну, в смысле, просто сфоткать, что ли? Да, у нас же нет ультрафиолетика. Да. У нас нет ультрафиолетика. Оно вряд ли сработает. Да, оно не сработает. Так, а что, кадило оно заранее зажигает? Нет, нет, когда он бежит на тебя, ну, за секунду до того, как он до тебя нашел, зажигаешь и бросаешь, его не обязательно ждать, кстати, пока он сгорит. У этого кадила нормальный радиус 7 метров, поэтому довольно далеко можно ну, зажечь. Либо так, да. О, пугает, пугает, сфоткал? О, отлично, ты сфоткал, да? Я сфоткал. Отлично. Отлично. А что было, просто звук или он появился? Просто появился. Вот на фотках можно видеть. Ну, кстати, он один там был, и он сразу появился. Еще, нет. Вот он опять. Да, теперь... не фоткай только. А, ладно. Бля. Ну, он взаимодействует на единичку. Да. Я не успел чуть-чуть, прям он стоял в призрачной форме. Нам бы еще что-нибудь. Дерни дверь, мужик. Мужик, дерни дверь. А вот фонарик, я жду, сейчас потушу. А, ну, кстати, тоже, да, вариант. Тоже взаимодействие считается. Если он убьет Стаса, мы сфоткаем Стаса. Это считается фоткой? Да. Не фотик тут пока брошу. Так, как бы нам определить-то его, господи. Ну подожди, давай, кто куда склоняется? Ну то есть тень, она тихая, не подходит. Ну, вроде взаимодействует, охоты не было, да. Ну, то есть непонятно. Дух и Мюллинг. Ну, Мюллинг уже выебал один раз мозг, мы не угадали. А это был он. Издают звуки чаще других призраков. Ну, нормально. Вы сейчас втроем тусили в комнате, он появился. Да. И тише ведет себя во время охоты. Попробуем позвездеть здесь, как бы поговорить, может, он это. Ну давай, нам нужно сесть в шкаф и начать проклятую охоту. Ну, и послушать, он тише ведет себя во время охоты или нет. В смысле, поет или не поет? Шаги. Да, топанье шагов. А, он затушил эту... Затушил свечечку. Фотки уже есть. Все, а, уже есть. Окей, найс. Да. Ну, то есть, топает ли он мимо твоего шкафа, когда ходит? Там поет, по-моему, не очень важно, я так понимаю. А дух? А что это за дух? Я ни разу его не находил. Дым от благовония. Фрейс. О! Вот эта штука, вот ты слышал, да? Да. Это, крест она выглядит горел. Как шарик как раз. Крест горел. Я понял. Вот ее они не делает. Да, у нас такого они в списке нет. Легче не стало. Ну, типа. Да, да. Дым от благовония обезоруживает духа. Что это? Ну, типа, что... Это значит, у него кулдаун больше, чем обычно. Ром уже. О!
скорее сгорел. Все, сгорел. Это проклятая охота предотвратилась. А, это... Шкатулку завязал, что ли? Да, я шкатулку завязал. Ты бы сказал хоть. Да. Я решил, что я первым не буду, я просто шкатулку завязал. Ну понятно. Я думаю, куда он пошел нафиг? Я в шлем шкаф ушел. Не-не, куда призрак к нему пошел? О, опять звучит. Опять пугает. Ну, Мюрлин, кстати, мало вероятно, потому что мы сколько базарили в комнате, сидели, он, ну, не особо. Он ничего не делал. Да, у нас микрофоны включены. Ну тогда дух, ну потому что тень, по-моему, она вообще там тихая, а он охеревает. Ну, нарезает круги. А где мы вообще можем прятаться здесь? Да, в гараже. Что там? Вот в коридоре шкаф есть. Это слишком близко. В гараже тоже можно. Лучше чуть-чуть, да, подальше бежать. Ну, в смысле, он может треснуться прям почти здесь, ты не успеешь прятаться и... Крест сгорел, еще один. Причем, да, вон, через текстуры. Все, теперь уже прячемся. Теперь уже все, да. Да. Ну, либо кидаем кадила. Ну, лучше кидать. Ну, по крайней мере, один хотя бы кто-нибудь. Там, чтобы сразу не кидать. Кидаем Стаса в призрака. Поджигай негритянку, кидай в призрака. Отличная идея. Да. Ну, что-то крест сгорел, на сколько? 30 секунд, типа, раз он начинает охоту, то у нас, в принципе, дергает дверь там. Осталось чуть-чуть, сейчас начнется. Возражаем его чуть-чуть. Блядь, Серега, хватит, у меня эпилепсия, а не у призрака. Охота. О, он рядом. Да. Мужик. Здорово. Очень тихо. Скорее всего, Мюрлинг, похоже. Да, похоже на Мюрлинга. Потому что тихо? Все кончилось? Да, а, очень, ну, тихо прям. Ну, вроде скрипел, но я не слышал. Оно не оно. Очень стрёмно. Ну, нормально, выполнили все квесты. Ну чё, уходим, пока никто не сдох? Мюрлинг или чё? Ну, похоже, где? Но мне кажется, Мюрлинг. Ну, либо тень. Ну, тень надо почитать сейчас. Ну, она тоже тихая, ну. Но она, по-моему, тихая в целом, когда ты рядом с ней, а он там, он у вас появлялся, вы там фоткались с ним и так далее. То есть, поскольку тень застенчива, найти ее будет нелегко. Тень не станет охотиться, если рядом есть люди. Ну, такое себе, конечно. Ну, да, давайте... Кстати, да, не подходит. У нас первый крест сгорел, мы все в комнате были. Ну, то есть, да. Тень можно тогда вычеркнуть. Как бы. Ну, значит, Мюрлинг. Ну, давайте хоть раз за вечер мы должны угадать. Ну. И все вчетвером, да? Да. Хоть раз угадать Мюрлинга. Да. Yeah. Fuck yes. Нормас. Пришли к успеху. Ну да, чё, 91-й. А сколько всего или там есть этот? 100, и потом с престижа вроде как. А, понятно. Как в старый добрый Call of Duty. А, ну кстати, быстро прочно летит, чё, у него в начале недели был 30-й, сейчас уже 39-й. Да, я играл немного. Так, ладно, я, наверное, всё. Угу. Пока что так у БС тормознуть надо.